На фото дружная семья, где-то 4 года между собой не говоря, не то чтобы всегда, но лишь пока привет. И хоть живут в одной, но кажется скорее, как будто каждый съемный, так абсолютно в разнобой. Благо хватает комнат, покой будто угарный газ, вот легко все заполнит. Тут холодильник, и кроме замерзшей пустоты ничего нет, а в пыльном коридоре вечно сломан свет. Отец придет под вечер полупьяный, включит телек, быстро уснет, во сне с кем-то черно скандаля. Мать сильно болеет и полдня лежит в кровати, что не мешает ей без умолку болтать с бесчисленным количеством подруг по телефону. Их точно развезда, монстры встают довольно поздно, так долго собираясь, чтоб поскорее сбежать на новое свидание. Не ясно с кем опять, а младший сын вовсе всегда в комнате точно. Он вроде бы киберспортсмен, гнет днем и ночью, а больше нечего сказать, ничто более прочно не единит нас всех, чем общая жилплощадь. Но когда отключат свет, и мы соберемся снова, чтоб поговорить о важном и простом. Когда отключат свет, будто выдав передышку от забега, будни укрывая дом. Когда отключат свет, и покажется возможным даже время вернуть спять. Когда отключат свет, но сверля холодным взглядом ты, как темнота, и за окном все будет напоминать. Что я не хочу, не хочу, не хочу никак. Буду